Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Субоспитник-гонщик, противником вон погонщик, участвовал в нелегальных гонках, был уже всех на горках, он сбил сотни легковушек, просто кошачьих пушек, сбил миллион машин, покрыл миллиард. Хуя, хуяся. Замочил кого-то, наверное. Да-да-да, есть. Извиняюсь, тут уличная школьная пальба у какого-то чувака, походу. Жень, заходи, заходи. Видите, он бегает с пистолетом. Думаю. Ожидай. Это совсем к вам. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете. Да я помню, хватит. Вы имеете право на адвоката. Знаете, вы просто ответьте да или нет. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, будет использовано против вас. Вы имеете право на адвоката, на его присутствие во время допроса, а также на один телефонный звоночек не более 2 минут. Вам ясны ваши права? Права зачитаны дважды. Спасибо, мне ничего не нужно, ничего не покупаю, да. А за что гражданин задержан был? Возле резиденции надо уточнить, что он там делал. Я просто мирно убивал людей, ничего необычного. Я просто позвонил, сказал, что... Ну, я просто позвонил, сказал, что заминировано газы. За тобой, да? Принял. Уйди, уйди, уйди. Граждане здания, вы находитесь на частной территории, поднимайте руки. Гражданин, здравствуйте. Вы по записи? Да, по записи, пройдемте, вставайте. Вы мне кофе принесли? Гражданин, вставайте. Да все, сейчас я доиграю. Как мы пробрались? Давайте, ручки поднимайте, гражданин. Долетался. У меня было заседание. 1-2 задержали. Не, ну было близко. Прям возле уха пролетел. Да. Пули свистели над головой, ага. Прям возле уха пролетело. Ну, правда, пуля одна только это была. Это все спецэффект, это не правда, не по-настоящему. Ага. Вы воображаете себе это нас, все. У нас гражданин в каком-то своем мире живет, мне кажется. Угу. Ладно, пока вы тут чините под резиденцию, хвачу. Давай. Все, захватили? Гражданин, документы ваши. Вам груз выдать? Вам груз выдать? Куда поедете? Груз? Сейчас. Казахстан. Казахстан. Так, вот вам билет до Черноруссии, пиздуйте туда. Пешком главное, пешком, да? Пешком главное, да? А на роликах нельзя? На роликах нельзя, не положено. Доктор, можно вопрос? Так, следующий. Вы по записи или что, я не понимаю? Вы тоже по записи? О, привет, Джонни. Здрасте, вы по записи? Министра нет, он да. Сейчас занят, он мастурбирует. Да, он. Мне нужна это груз. Груз? Ну, вставайте в очередь, через 5 минут вам выдадут угу. Ключи. Спасибо. Кто еще в Черноруссию? Черноруссию? Да, в Черноруссию ребят, груз отвезти. 10 миллионов платим. Так, Антония Маргаретти. Не, правильно будет. Маргаретти. Маргаретти, да. Спасибо. Так, Так, в общем, смотрите, во вторник подойдете в 10 часов.
и обязательно в 10 часов смотрите ночи. Вам выдадут груз. Да, лично. А, это в Казахстане. По Москве, да? По казахскому. По местному времени. По местному? Вас украли. Блять! Так, ладно, груз отменяется, мне, у меня пешая погоня сейчас будет с пистолетом. А вы меня отметили, я приеду, да? Я пошел убивать людей, отойдите. Где они? Ладно, пойду их убью все. Давай. Парни, мне вас убить нужно, стойте на месте, не двигайтесь. Да я шучу, я обратно все. Давай. Я сосал, извините, мне страшно. Я таких, как ты, знаешь, распознаю сразу. У тебя черная душа. Это ваше право. Вот, вот мой заместитель сейчас придет в шляпе, он вам даст пиздюлей. Вот он сзади меня стоит. Я всех в Чернорусь отправляю. Я правильно делаю все? В Чернорусь? Но... Да, в Чернорусь. Там сейчас самые выгодные тарифы, например. Там, там сейчас говорят, люди с ума посходили, кусаются за задницу всех. Деньги несите быстро, я наработался уже на 2 недели вперед. Короче, я понял. Слышь, ты тогда базаришь. Я действую, понял? А что мне говорить? Ты требования выдвигаешь. Давай. А ты если что скажешь, я кину. Что, тебе кинуть гранаты туда? Не-не-не, не говори, что я. Пусть думают на тебя сначала, но я кину, если тебя затазерят или что-то сделают. Я скажу, что я взорву резиденцию. Да-да-да, давай, пошли. Давай. Ну, здорово. Хочу денег, 10 миллионов, либо я взрываю резиденцию. Это делается через полицию. Какой полиция? 10 миллионов от вас хочу. Это вам через БДЕ. Я вас взорву сейчас. Всю резиденцию взорву. Захуяру всех. Мама не поможет. Ладно, 5 миллионов. Нет, это все через полицию. Хоть 100 тысяч, 100 гривен, все. Ну и чё, вон. Какой ПД, он тебя разводит? Тогда, тогда просто кидай. Сейчас ему скажу, либо этот. Давай предупреждение. Дай ему какой-нибудь отчет там, не знаю, что-нибудь придумай. Алло, это было предупреждение. 5 миллионов хотели. Сейчас. 5 миллионов было предупреждение гранаты. Я двойной агент, я на полицию работаю. Они в курсе, наверное. Ты негодяй. Полиция в курсе? Мы тебя уже 3 дня ведем. Полиция тайно в курсе. Это секретная операция, я долго внедрялся в эту банду, вы не понимаете. Вы всю операцию сейчас просто завалите. Агент, изымить гранату, откройте мне калиточку. Расскажи мне, что тебя побудило? У меня просто рука уже устает тебя держать. Что тебя побудило кинуть гранату в сторону резиденции? Меня завербовали. Я Кто? Должен был это сделать. Кто? Сначала начальники... департамента, какие? Потом... Ну, не знаю, там какого-то женского Жень, пола, непонятно. Я хочу тебя, на самом деле, отпустить. Не надо меня отпускать, держите меня крепко и любите меня сильно. Я хочу тебя отпустить. Не, не надо, не надо. И это двойная операция, вы не понимаете. Вас, наверное, не оповестили просто. Все, все-таки было задумано проверить систему безопасности правительства. Она облажалась по полной, понимаете? Нет, вы не понимаете, там все правильно. Я спецагент. Не надо, бля! Полицейский департамент Германии Ролесмит, я вас слушаю. Мы взорвались. Алло. Все. Алло. Алло, мы... Да. Да нет,
Давайте, ближе, идите так. Сюда. Стойте. Так. Все. Что так, у вас мои, случилось? Мои требования отвезти меня сюда. А что с вами случилось? Выполняете ли я взорву вас? Серьезно? Взорвите нас? Я начинаю взрываться. Я почти взорвался. Так, от чего вы взорвались практически? От взрыва. От какого? Маленького такого. Можем побольше. Я придумал, у меня план есть. Я рассчитал недостаточно правильную траекторию. Сейчас я все придумал, продумал. Так, 4 миллиона и вертолет мне для отхода, пожалуйста, подготовьте. У вас 5 минут есть. А то что? В розыске не имеется. Приталана 3 пачки, да. Так. А то что? Ну и, в принципе, а то я взорвусь. Так, давайте деньги. Конечно, но только после пары слов. Не против? Так, пара слов. Поздравления. А, поздравления, да, поздравления, давайте, да, я слышу. Какой речь. Я молодец, какой я молодец, я люблю это. Хвалите мы меня вас быстро. Очень сильно любим. Всем полицейским департаментам. А еще я твоя самая большая фанатка. Надеюсь, вы взорвете всех нас ядерной бомбой. Я перечислю вам 100 миллионов долларов так. И буду продавать вам оружие со скидкой. А также если путевка. Если что-то будет нужно, например, танк, обращайся ко мне. Окей? Вам понятен приговор. Спасибо, что смотрели меня. Так можно я в камеру скажу? Спасибо, я бы без вас не мог вообще. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо, что были со мной. Да, большое вам всем спасибо, кто поддерживал. Угу. Так, в принципе, так, угу. Вы все твари, мудаки. Вот вы, зрители, ненавижу вас всех. Тьфу, блин, блюдки вонючие. А я вот в круиз еду. Вот круиз, а вы там сидите. Да, неудачники. Человек жизнь себе построил. Неудачники, вот я карьеру сделал. Да, вы твари, так. Идиоты вообще, блин. Я всё, так понимаю, я вам все понятно? Да, и я что? Жду. Где билеты и чемоданы? Все, давайте, вот, выносим, значит, под барабанную дробь вам приз. Всего доброго, ура. Последние слова вы уже сказали. До свидания. Ура! Вот это апартаменты, блин. Это все ваше. Надеюсь, вы взорвете всех нас ядерной бомбой. Полиция полный трэш. Полиция вас не будет беспокоить. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против.